5 июля в ресторане «Виноград» города Каспийска состоялось мероприятие, приуроченное Дню семьи. На торжественное событие были приглашены самые крепкие союзы муниципалитета. Семья – это мир, где царят любовь и преданность. Это радости и печали, которые одни на всех. Это привычки и традиции. Это крепость, за стенами которой могут царить лишь покой и любовь. Именно с таким девизом живут главные герои этого дня. Ну, мы сегодня в преддверии всероссийского праздника «День семьи, любви и верности» проводим праздничное мероприятие для наших подопечных семей. Это семьи, которые прожили в браке, совместно в браке 25 и более лет. Сегодня приглашены 15 таких семей. Для них накрыты столы, подготовлена праздничная программа. Открыла мероприятие приветственную речь заместитель председателя собрания депутатов города Каспийска Аза Алиева. Каждый день ваша ответственность, каждый день вашу любовь вы дарите своим детям. Здоровья, мира, благополучия. Поэтому вот такая улыбка, дорогие вы наши родители. Вы нужны нам. Нужна ваша забота, нужна ваша любовь, нужен ваш ум, ваше напутствие, ваши советы. У нас говорят в Дагестане, что там, где нет взрослого человека в доме, это дом скупей. То есть этот дом не имеет никакой цены. Бараката в этом доме не будет. У нас же гараж так говорят. Поэтому живите долго. Этот праздник посвящается тем, кто прошел по жизни со своей второй половиной многие годы. Тем, кто взаимной любовью оберегает своих детей и внуков, передавая семейные традиции от поколения к поколению. Супружеские пары этого мероприятия поделились своими главными секретами семейной жизни. Когда у одного мудреца спросили, как вам удалось 50 лет совместно жить в мире и в радости, он сказал, когда моя супруга, говорит, на меня злится, я встаю, говорит, и ухожу в сад. И вот так 50 лет я живу в саду. Чтобы в вашем доме всегда царил мир и порядок. Украсили мероприятие яркими выступлениями воспитанники детского дома творчества города Каспийска, ансамбль «Сердце Дагестана» и приглашенные артисты. Матушка, земля, ой, белая березенька. Завершилось мероприятие веселыми танцами и вручением благодарственных писем всем тем, кто посодействовал в организации данного торжества. Отметим, что колоссальную поддержку оказал учредитель ресторана «Виноград» Заур Рабаданов.